48 часов назад мы обнаружили нечто удивительное. Что именно? Некое сооружение. В Антарктике? И существо. Неужели? Иду на посадку. Это Кейт Ллойд, палеонтолог из Колумбийского. И я покажу, зачем вы летели 10 тысяч миль. По нашим оценкам, это существо здесь уже 100 тысяч лет. Я возьму образец ткани. Думаете, стоит это делать? Да, Кейт. Бог ты мой. На кого-то напали? Но ведь мы все целы. Или кто-то чудесным образом излечился. Но теперь его здесь нет. Что оно с ним сделало? Оно клонирует наши клетки. Эта тварь мимикрирует под жертву, а потом прячется в ней. О чем ты? Кто-то из нас чужой. Нельзя дать этой твари уйти. Выбравшись отсюда, оно устроит людям ад. Нечто. В кино с 20 октября 2011 года.